мошка и матрица ноутбука. Как-то вечером сижу за монитором, за ноутбуком. Это моя рабочая станция ZBook Hewlett Packard. Обычно это я сейчас просто для света сделал, так обычно я вот так выключаю это дело, опускаю пониже и работаю, занимаюсь. И сейчас выключил монитор, ноутбук, чтобы просто было видно. Работаю, смотрю, где-то вот здесь мошка, маленькая мошечка, точечка вот так бегает, бегает, бегает. Причем как-то она, потом я уже об этом анализировал, как будто плавает там внутри. Не, ну, вот как-то своеобразно. У нас сейчас здесь урожай на огороде, дыни, арбузы, там помидоры, туда-сюда. Мошка была похожа на вот такую овощную. Когда какой-то там бачок помидора подгнил, они там начинают летать. Я днем постоянно на террасе, на улице, ноутбук все время на улице. Ну, я подумал, наверное, куда-то залезла. Нет, не так. Это я потом подумал. А сначала я подумал, просто она прилетела как-то там через сетку москитную и бегает. Я ее, не касаясь монитора, раз-раз, она свои эти манипуляции продолжает. Я уже по монитору, раз-раз, она все бегает и бегает. И тут я по глупости своей взял, вот так пальцем ее тронул. Совсем чуть-чуть. И раздавил. Ну, думаю, сейчас раздавлю, возьму тряпочку, протру. Раздавил или прижму. Раздавил тряпочкой, раз-раз, не стирается. Где-то вот здесь. Начинаю внимательно смотреть, а она за стеклом. За вот этим первым стеклом. Внутри матрицы, зараза. Ну, вот сейчас включу ноутбук. Покажу. Хотя ноутбук, на самом деле, весьма приличный. Я его, по-моему, в 2019 году покупал. Топовая версия. ZBook Studio G4. Во всех отношениях он был сильнее, чем MacBook. И дороже, и быстрее, и мощнее, и все на свете. То есть хорошая, не какая там за 12 тысяч рублей ноутбучина. И все равно, вот, видимо, на террасе, наверное, стоял, не знаю. Ну, вот сейчас покажу. Ну вот, я включил. Word полноэкранный сделал, чтобы монитор был белый. Весь. И вот она, мошка. Что такое? А это курсор. Это курсор. Вот я еще вижу вот здесь пятнышко какое-то. Нет, ушла. Ушло пятнышко. Вот. Вот если приблизить, навести резкость. Черное посередине – это раздавленное тело. Сама мошка была раз пять меньше, чем вот это черное пятно нынче. По периметру – это ее кишки. И вот сейчас, ну, довольно некомфортно стало работать на мониторе, на ноутбуке. Я сейчас открою, достану матрицу. У меня большая надежда. Есть такие мониторы, может, это тоже такой же, что защитное стекло, оно отдельно, либо легко снимается, не приклеено, ничего, просто за счет вакуума. Если это так, то я стекло сниму. Ну, будет геморрой почистить, а потом волосики все убрать. Но все-таки я так по диагонали посмотрел. Может быть, такие матрицы, они там 10-15 тысяч стоят. Сейчас у нас середина сентября 2021 года. Part number я сейчас, когда сниму матрицу с внутренней стороны, увижу. Ну,
15 тысяч за матрицу с AliExpress, подвергаясь риску того, что она будет бракованная, либо по дороге ее повредят, либо она через 2 месяца сломается. Но вот совсем не хочется. Дай бог, чтобы стекло это первое защитное, оно легко снималось. И тогда просто немножко погеморроиться, потереть все. Сейчас сразу покажу, как это все делается. Значит, ноутбук Hewlett Packard ZBook Studio G4 полной комплектации. По-моему, в 2019 году покупал. Ну, он стоил в те времена весьма прилично. Дороже, чем MacBook. Ну, начну.